Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Смело. В прошлый раз, в общем, у меня получилось набрать хорошую игру, то есть очень много положительных отзывов было. Сегодня я хочу сделать патч для игры этой, чтобы она снова начала популярнить. Для этого нам нужно зайти и обновить и наполнение. Так, бесплатное обновление, вот, и наша игра. И теперь можем сделать какие-нибудь обновления для того, чтобы она была более популярной. Она еще продается, вполне хороший результат. Повысим производительность, новые звуковые эффекты, новые квесты, новая графика. Вот, все это сделаем. 15 тысяч нам это стоит, но мы вполне хорошо заработали денег в прошлый раз. Нет с этим проблем. Вошло. Опять вверх, потому что я выпустил обновление. Это рынок труда, и тут можно покупать, сотрудников. Нам нужен, наверное, скорее всего, какой-нибудь... Не-не-не-не. Тестирование игр нужно. Для этого нам нужно взять самого лучшего. Сделать исследование. В комнате исследования, скорее всего, нужно будет уже исследовать новую комнату. Тут нужно батарею поставить, отопление. Ну и все такое. Это, в принципе, вполне легко. Все, готово. Дальше засовываем пока что в исследование. Новый жанр игр. Допустим, это будет приключение. Так, охотники за головами. Но у меня такого еще нет, так что будем приключения делать. До сих пор приносит деньги, еще будет довольно долго приносить деньги. И пока это будет, в новую игру, фантастику. Потому что это будет хотя бы не то, что было уже. И за это нас не захейтит. Название игры просто фантастик гейм. Группа все, как сказала игра, то что выбирай эту платформу, то что на ней что-то работает. Давайте в геймплей пойдем чуть-чуть. Наверное, историю, что продолжительность игры мне лично не нравится. Ну, наверное, атмосферу чуть-чуть больше будет. И будет более или менее для новичков, потому что еще только компьютеры появились. Дальше нужно сделать... Ну, сделаю как обычно, наверное. Тут выбираем все, что у нас есть пока что. Разрабатываем игру. Это будет достаточно долго. Поэтому пока что посмотрите, как это будет. Игра разработалась. Теперь нужно смотреть, искать издателя. Перейдем с этого рынка на какой-нибудь подешевле. Во-первых, во-вторых, сила рынка будет побольше. Да, эта игра набрала еще больше, чем прошлая игра. И это максимально прекрасно, потому что для нас это самое главное. Пока что эта игра будет сейчас расти и расти успехов своих. Когда она начнет так себе уже уменьшаться, то надо будет выпускать патч. Уже у нас 1 миллион... Почти 1 500 000. Кстати, нашим сотрудникам более-менее тепло я сделал. Тут чуть побольше отопления, так что им должно быть более-менее тепло. Контроллер суппорт сделаем. И наймем еще сотрудников. Нужно исследователей нанять. Все. Награды безумных игр. О, офигеть. Самый лучший саундтрек это в нашей игре. За это нам дали плюс 2000 поклонников. Больше нам ничего знать не надо. Так, все. Снять с продажи. Тем временем, фантастик. Гейм начинает расти. Так, нам нужны характеристики. Сейчас мы вот эти штучки две сделаем, потом обновим Fantastic Game, чтобы они там присутствовали. Итак, делаем обновление, дополнение, бесплатное обновление и все. Делаем обновление пока что. Еще я заказал, чтобы дальше разрабатывали жанр игр. Игра обновилась, пошла вверх опять. Давайте еще вот такое обновление сделаем. Просто что захочет такое сделать. Давайте сделаем новые предметы, новые враги, новые испытания. Примерно 15 тысяч это все сделаем. Все, дополнение завершено. Лагов нет. Это добавление у нас 53%. Разное можем разработать. Это у нас исследование B+. То есть можем более... классные игры потом делать. Разработаю игру, но жанр игр адвентур возьму. Приключения каменный век. Очень классно. Мне кажется, я в такую игру поиграл. Игра называется Старый выживает. Очень классное название. Звук техника можно также ставить. Правда, технику я бы, наверное, заменил на геймплей. Так, дальше потом добавил бы вот это вот все. Разрабатываем новую игру. О, у нас разблокировался коридор. Можем делать оформление коридора.
Давайте поставим хотя бы лавочку. Вообще я хотел сделать комнату исследования еще одну. Это все для того, чтобы мы могли в одно и то же время разрабатывать сразу два чего-нибудь. Делаем вот такое. Главное, чтобы было отопление. Остальное, в принципе-то, не очень-то и важно. Аптечку. Диспенсер воды. Часики тут. Время смотреть. Нормально, все сотрудники на месте. Давайте наймем еще несколько сотрудников по исследованию. И еще одного. Этот повыгоднее будет. Дадим ему задачу исследовать характеристики двигателя. Сразу несколько чего-нибудь исследовать. Кстати, Fantastic Game идет вполне даже ровно, как видите. Так, дальше исследуем. Опять особенности двигателя вышли. Нифига себе, он злится там. Как видите, наша игра поменяла свою картинку. Искать издателя. Останемся на этом. Он еще до сих пор вполне хороший рынок будет. Так, наша игра опять заняла высокие баллы. И начала свой путь. Кстати, обновление, добавление окупилось уже. Но настолько мизерно окупилось, что даже не знаю, стоило ли его выпускать. Главное, что окупилось. Банковский кризис. Плюс 200 возрастает. 200%. Развился мировой банковский кризис. Теперь все банки требуют значительно более высоких процентов ставок по займу. Вроде мы займы никакие не даем, не берем. Так что, я надеюсь, проблем с этим нет. А эти обновления мне интересны, если вы... Да, это сюда добавляется. Все, ясно тогда. У нас есть B+, размер игр. И это вообще очень прекрасно. Фанатов у нас увеличивается. Очень хорошо все. Как видите, у нас почти 3 миллиона. И это очень замечательно, учитывая то, что мы начали с 500 и уже почти 3 миллиона. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчики, чтобы не пропускать выходы новых видео. Всем пока!